Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды. Так, заберем награды, и я смотрю, Лига самураев 3 звезды у нас здесь. А это значит, что меня сбросили, скорее всего. Да, ранг 56. Ну что же, опять пойдем подниматься наверх. Тяжело, скользко, но подниматься нам надо. Так, ребят, давайте-ка, наверное, ежедневки сразу выполним. Пройдите серию испытаний. Ха, у нас там остается, кстати, совсем чуть-чуть, и мы с тобой полностью можем допройти смятение из другого измерения. Но, пожалуй, это будет не сегодня, а будет на моих выходных. А выходные у меня будут, ну, начиная с завтрашнего дня, потому что сегодня у меня в ночь смена, так скажем, крайняя. Вот, а потом будем отдыхать. Ну, не знаю, ребят, первый день, возможно, первый день, как бы говорится, отцепной, я просочкую, так сказать, отдохну, а уже со второго мы начнем тут вытворять что-нибудь да начнем. Так, ну что, переходим на вторую волну, и здесь у нас Ванюша плюс Крис Брэдфорд. Мне бы массовую какую-нибудь атаку бы сделать. О, давай маузеров выпустим. Шикарно. Так, остается Крис и... Ванюша. Криса уже нету здесь. Да и, наверное, и Ваньку тоже положим. Ать! Как так-то? Как так-то, ребят? Сопротивлялся Ванька. Молодец. Так, держать. Ну что, мы переходим дальше. И будем сейчас прокачивать наших маузеров. Кролики. Так, сколько нам еще нужно здесь? Ух, ёпрсте. Да. Так, 4 геймпада нужно, да, найти? Опять эти геймпады. Мы в прошлый раз с тобой искали их. Теперь опять повторяется. Так, там 4 штуки нужно было. Мы 3 уже нашли. Получается, последний нам надо обнаружить. Да что ты будешь, джойстик? Мне нужен геймпад. Давай сюда геймпад мой. Так, сори. Зажужжало. Не в тему. Ну. Собрать. Да ё-моё, вы дадите мне этот геймпад-то или нет? Вы сейчас издеваетесь, что ли? Не могу понять. Эй! Слушай, я точно не нашел, да нет? Нет? Ты прикинь, я не могу найти последний геймпад. У меня пицца закончилась, но геймпад я так и не нашел. Ха, нормально. Замечательно просто. Так, ну что, давай тогда... А давай, наверное, соберем жетоны. Сам понимаешь, для чего они нам нужны. Быстренько здесь пробежимся. Так сказать, быстренько все это дело соберем и уже пойдем на арену. Конечно же, куда же мы без арены-то. Так, давай, 40 жетонов получили, двигаемся дальше в бой. В бой идут одни старики. Давай. Опа. Так, опять же, змейка Мьюна наказали. А сколько нам, кстати, нужно там этих жетонов? Никто не обратил внимания, чтобы прокачать 360 в данный момент у нас. Слушай, ну в принципе там останется немножко. Ну да. Сколько там? Наверное, соточку, да? Надо будет всего лишь найти. Нам нужно 530. В данный момент у нас сколько сейчас получается? 440. Слушай, если сейчас сотка, 500... О, так мы сейчас прямо и купим с тобой 3 ДНК на нашего Пита вот после этого поединка. У нас, по идее, должно хватить. Там же будут давать, по-моему, 100 жетонов, насколько я помню. Сейчас проверим. Так, Ванька из базуки. Ну, успокойся ты, а. На, получил.
Да, друзья, так что сейчас мы и приобретем. Ай, красиво, 540, как раз то, что нужно нам. Так, бежим в магазин, в предметы. Так, где-то у нас, вот он. Ну что, ребята, еще 8 ДНК и все, и Пит будет прокачан у нас полностью. Так, в заданиях у нас только поднять уровень персонажа, но это мы сделаем после того, как пройдем арену, чтобы нам мутагена, естественно, поднять. Так, я хочу попробовать найти 15-19, если, конечно, такое есть. Уровень 48-50 у наших противников, поэтому мы будем, наверное, брать 56-х. Но здесь придется немножко, конечно же, корректировать все это дело, потому что чуть-чуть послабление, и нас тут могут зафигачить. Начнем с массовых атак, со всех массовых. Угу. Надо морозильную кошку, во-первых, уничтожать. Ай, вот это было плохо, ребят. Сейчас начнется, короче, суета. Пойдет контрат. Ага, вот, торнадо. Ну, теперь уже все. Теперь можем уже нормально отдохнуть, потому что хила у них не будет. Ну и мы потихонечку. Вот, все, молодец. Рокстеди бросил свои гранаты и тем самым подбил всех оставшихся противников. Так, а мы перемещаемся на 25-ю позицию. То есть, грубо говоря, мы пролетели сейчас 20-25 ступенек. Ранг не особо сильно поднялся у противника, поэтому продолжаем. Ну, конечно, на 6 уровней, это, друзья мои, как бы вам сказать, тоже существенно. Тем более, не забывай, что у него есть маузер. И это как бы первостепенная цель для меня. Давай вначале мы, наверное, сделаем так, чтобы Эйприл тут не хиляла. Это раз. Во-вторых, бомбанем вот так вот. Твою налево. Ой, ускоряет команду. Они и так быстрые, он еще их ускорил. Ну понятно, конечно же. Конечно же, лучом будут бомбить. Фу, нам повезло, что не так много. Не так много у нас отняли хпшек. Вот то, что этот делает, конечно, спринтер. Опять пробафал он всю команду. И они все, блин. Давай дронов быстрее. Теперь попробуем поджечь. Так, Эйприл, наверное, сейчас попытается захилять. Окей. Да хорош ты, две атаки делает. Ну-ка. Блин, да чего у него слабые атаки? Не знаю, мне кажется, что вот этот вот парень, он уже не железо в любом случае, потому что на нем висит постепенный урон. Вот надо с Эйприл что-то делать. Давай-ка вот так вот попробуем. Ну и до свидания. Все, ребята, никого не потеряли, все отлично, мы здесь отыграли. Хотя была очень большая опасность. Но вот мы и вернулись в Лигу Сёгунов. Так, теперь бы нам добраться до трех звездочек, само собой. Я сейчас хочу посмотреть, может быть, дадут. Вряд ли, да, 14-18, 15-19, 15-20. Наверное, слишком жирно они посчитали для меня на данном этапе. Ну что же, давай я возьму здесь зэка как страховочное лицо. И остальных, потому что надо отыгрывать хотя бы до 60 уровня. На 56-х мы уже далеко не уедем. Сам видел сейчас, как они нас начинают потихоньку разбирать. И зэк это гарант победы. Угу. Ха, ну уйди, уйди. Уйди, нечистый. Так, минус Эйприл. Уложишь всех, а? Молодец, хотел сказать уже. Кирби, как всегда, одного уронит, а Сплинтера даже, как говорится, и не задел так вскользь. Прошла его атака. 97-я позиция становится 75-я. Да ну хорош, давай мне 15. Вот. Вот, 15-20 дали. И на этот раз я возьму маузеров. Ух, сейчас они припекут. Они сейчас так припекут наших противничков. Просто с одной плюханы вылетят. Давай проверим. Давай мы это дело проверим. Так, соединились. Да я тебе о чем говорил. Этих смусмуфриков они, ребята, быстренько очень разбомбят. Так, а мы двигаемся дальше. И у нас 53-я позиция.
Нет уж, давайте ко мне 15-20. Уже было, и вы меня не переубедите, что я не могу получить 15-20. Давай, не жмись, я тебе говорю, игра. Я все равно буду тебе до тех пор ролить, пока ты мне не дашь. А прикинь, не дадут. Ведь может такое же быть. Или дадут, но это будет миллионная попытка ролить. Нету. Ну ты прикинь, вот не дают и все. Вот 15-19, прицепились к этой цифре. Хе-хе-хе. Все-таки вытянул. Так, ну что, я возьму, наверное, здесь Ванюшу. Ну, будем как раньше играть, да? Одно подданное лицо, так скажем, да? И четыре лица поверенных, которые будут под защитой нашего самого сильного. Одной базуки, я думаю, здесь будет достаточно. Конечно. Чтобы Ванька не защитил этих малышей от наших противников. Да быть такого не может. И 38. Что-то медленно мы как-то продвигаемся, я хочу сказать. Опять за свое. Ну ты посмотри, уже третий бой мы выиграем. Они мне все 15-19 подкидывают. На что они рассчитывают? Что я не запомнил, что у меня там было? И соглашусь с этим? Нет, конечно же. Сейчас мы пропишем. Ну что, Донни, твоя очередь выпускать сюрикены? Блин, горелый Донни, какой же ты. Ну, подставил ты команду, конечно. Фью. Нам крупно, ребята, повезло. Что майки своей, как говорится, даже не своей, а Крис Брэдфордской пищей забомбил троих. Отлично, тогда все получилось. Так, надеюсь, это последний поединок, и мы перейдем уже на следующую лигу. 15-20. Что мы здесь возьмем? Я, наверное, возьму Бакстера. Раз, два, три, четыре. Ну, вот сейчас, в данный момент, у них 57 уровень. Они на один уровень выше, чем мои слабые вот эти вот персонажи. Поэтому, Бакстер, давай. Не жалей, как говорится, мощей. Алапекс, поехала. Сейчас пропишет. Так, и... Ну, давай добьем нунчаками. Прекрасно. Поехали тогда далее. Ну, вот, Сёгун 2 звезды, друзья. Сёгун 2 звезды, Родрика, Мадука. Ну, давай Мадуку возьмем. Возьмем также здесь Макмана. Вот представь, сколько мы играем, и до сих пор еще не перешли до 60-х уровней. То есть очень много 55-х, 56-х. Просто тьма тьмущая. Ну ничего, потихоньку, полигоньку мы их когда-нибудь прокачаем и до 70-х, и до 80-х. Будет все хорошо. 68-е место. Так, подожди, а 15-20... Не, наверное, еще рано. О, нет, ребят, 16-21 не рано. Нет, все нормально. Все прекрасно нам выдали, как и положено. Так, маузеры, шмаузеры. Давай, вертушка, им всем крышка, по идее, должна быть, да? Еще бы не крышка. Это же сам Леонардо. Самый старший из черепашек. Да, как говорится, и... Мне, знаешь, что интересно? А как Сплинтер, когда их нашел... Он выявил, что Леонардо самый старший. По какому, интересно, принципу? Если этот черепашонок был самый большой и крупный, то это еще ни о чем не говорит. Потому что бывает, как и у людей, да? Всякие недоношенные дети и тому подобное. То есть, может быть, он просто таким родился. Великорослым. А на самом деле, может быть, кто-то другой у них, там, например, Донателло старший. Вот это интересно, как он определил. Он же не видел, в каком, по какому, как сказать-то, кто из них первым появился на свет. Он же этого не видел, он их просто уже нашел в канализации. Так, ладно, какие-то вопросы меня затронули, интересующиеся. Просто он захотел сделать Леонардо старшим, вот он его и сделал, вот и все.
Так, ладно, давай мы попробуем сейчас найти 16-21. Ведь было же. Оп, ну зачем ты ролишь-то, Рэй? Ну, дрен, матрен, ну. Все ему не терпится нажать на кнопочку. Давай возьмем супершреддера и... Ну, слушай, уже практически все, ребят. Тут уже 60-й, 61-й там пошел. И после них уже пойдут 70-й. То есть буквально 2-3 поединка и все. Так, а там мы дойдем до 70-ников, там уже никого не останется. Потому что всех высокоуровневых персонажей мы практически с тобой уже потратили. Так что, как-то так. Но я думаю, что все, он 3 звезды. Да не то, что думаю, мы заберемся. Хотелось, конечно, в Лигу Мастеров попасть, но вот не получается. Я, честно говоря, думал, что и сегодня не буду играть. Тут решил перед работой все-таки немножко запиликать серию. Я думал, что завтра мы будем уже по полной программе играть. Но так как время еще есть и готовится еда, вот, я решил думать, дай-ка я запилю серию. Зато завтра будет нам немножко попроще, потому что нам не придется подниматься с Лиги Самураев. А мы сразу начнем уже с Лиги Сёгунов. Такс, идеальная победа. И двигаемся дальше, смотрим, сколько у нас. А, ну что тут, Лига Сёгунов, да? 90-я позиция. 16-21. Возьму Кожеголового и... Тынь-тынь-тынь-тынь. Все. Само собой, Кожеголовый должен их просто бомбануть. Наверное, даже всех. Слушай, ну у него мощная атака, согласись. Вот этот вот кубарем, когда он катится, атака просто имбическая. Так, 72-е место. Ну, давай. А дадите, может быть, 16-22, вряд ли, конечно. Хотя, дали. Ну что, беру Крэнга и... Вот так. Я надеюсь, сейчас Крэнг Микеланджело быстренько ушатает. Мне смешит, как бежит паукус на своих коротких ножках. Ты не обращал внимания? Посмотри. Как будто он штаны наложил. Вот как он бежит. Крэнк не только майки уложил, он уложил вообще всю команду вражескую. С одной плюшки. И у нас 54-е место. Так. 16-21. Угу. Но тут остается у нас Усаги. Так, Крис, подожди. Раз, два, три, четыре, пять. Ага, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Блин. Потом придется... Ну ладно, мы не будем тогда брать откат. Мы просто попробуем сыграть своими силами. Там у нас как раз 70-ки, хотя очень опасно. Ну давай, постепенно не будет срабатывать сегодня. Нет, не хочет. На, по ноге. И не добил. Вот такой вот этот Тимати. Неуклюжий какой-то, не очень сильный. Бесявый. Ну что, 37-е место и последний поединок. Ищем 16-22. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, Сплинтер останется у нас, как говорится, не при делах. Интересно, ты сможешь ушатать его сразу, а? Ну, пускай хиляется. Это, поверь мне, это лучше, чем он повесил бы уклонение. Я, наверное, возьму защиту здесь дополнительную. Запах изо рта. Ракеточки. Ну вот и все, и песенка их спета. Жалко, конечно, что мы не попали в Лигу Мастеров. Ой, ну да, в Лигу Мастеров одну звезду. Ну, ничего страшного. Нам чуть-чуть буквально не хватит, да? Угу. Одного поединка. Ладно, ничего страшного. Завтра да пройдем. Завтра все сделаем. Ну, а теперь можно и поднять, как говорится, уровень персонажа. Я думаю, что 27... Подожди, не хватит же, да? А, нет, хватит, хватит. 89-й уровень получают у нас маузеры. Еще один левел, и они получают 90-й. Так, теперь заходим. Нет, не в магазин. Живи. Вот. Вот. И поехали.
Поехали фармом. В данный момент у нас всего лишь 10 жетонов. Сейчас мы посмотрим, сколько мы можем вытянуть за одну вот эту вот катку. Там нам сколько? 8, да? 8, получается, ДНК нужна на Пита. Сейчас полностью. Пока у нас не закончится сыр. Будем ролить. Ну давай, давай, давай. Так, я уже смотрю, уже 300. Да, ребят, смотрите. Если высчитываем 10, получается 285 жетонов мы с вами можем выбить полностью с полного набора 72 сыра. Я считаю, что это неплохо, ребят. Да? То есть еще столько же в следующий раз набиваем, у нас получается сколько там? 580, да? Почти 590 жетонов будет. То есть мы сразу же еще покупаем 3 ДНК. Круто. Так, у нас пиццы нет, мы все потратили. Кстати, у нас 330, друзья мои, уже кристаллов. 330. Для того, чтобы перевести в следующий ранг, нам нужно сколько? 400? Да. То есть получается, что в конце недели, точнее, скажем, даже не в конце недели, а в начале следующей недели, мы сможем перевести с вами любого персонажа, который у нас находится не в платиновом ранге, в платиновый. И, друзья, я, как говорится, буду спрашивать у вас совета, кого будем переводить. В данный момент самый ближний, кто у нас находится, это Змея Карай, Тимати или Пульверизатор, Острозуб, Рафаэль Оригинальный, Бакстер Муха, Шинигами, Донателло Оригинальный, естественно, Мутагеноид, как ты видишь, Доктор Роквелл. Но Доктор Роквелл, нет, его пока мы не сможем перевести в платиновый ранг, у него не хватает звезды. Также у нас классические черепашки, практически все, это Майки, Рафаэль, Леонардо и Донателло. Также у нас есть Пиццелиций, Микеланджело ролевой вместе с Лео ролевым, Ксевер Монтес, Эйприл Кунаичи, естественно, плюс Мондагека, Майки фильм, Микеланджело оригинал, Лапекс Лисичка, Леонардо Космос, плюс Майки Космос вместе с Рафаэлем из Космоса и также Рафаэль фильм, Кейси Джонс, Леонардо фильм, Рокстеди фильм, Саблезуб, Морозильная кошка, Леонардо оригинальный, Кейси Джонс, Бибу классический. В общем, ребята, все остальные получается. Угу. И даже Пит скоро сможет тоже получить шанс на платиновый ранг. Так что, друзья мои, пишите. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.